Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодня с вами снова Яна, и мы находимся в магазине «Светофор» в поселке Коммунар, Станционная улица, 34. Давайте смотреть, какие интересные новиночки приехали сюда. Новая поставка соды кальцинированной, 600 грамм, 18 рублей. Производство России, универсальное, чистящее, водосмягчающее и жироудаляющее средство. Кто пользовался, пишите. Это средство подходит для ручной стирки, для мытья посуды, для растений даже, для борьбы с мучнистой росой на смородине, крыжовнике и розах. Вы представляете? Нужно развести 50-70 грамм средства на 10 литров мыльного раствора и опрыскивать. Контейнер для мусора под названием «Свинг». 25 литров, 451 рубль 20 копеек. Сегодня очень много новинок в магазине «Светофор», что не может не радовать. Высота этого контейнера где-то 70 сантиметров, плотный пластик. Крышечки лежат отдельно от самого ведра. Похожие ведра приезжали в магазин «Фикс Прайс», и там их раскупили просто моментально. Там еще были бежевые варианты таких ведер. Я сортирую пластик и складываю его отдельно, потом сдаю в соответствующие контейнеры. И вот этот контейнер для мусора как раз мне прекрасно подойдет по размеру, по объему для именно пластика, для бутылок, для каких-то упаковок. А то они у меня вечно просто в пакете разбросанные лежат. А будет стоять вот такой аккуратный контейнер, и я туда буду пластик скидывать. Ну, супер, как мне кажется, здорово. И в приправах Камис появились новинки. 31,10, напомню, стоит приправа Камис в магазине «Светофор» в «Пятерочке» в районе 50 рублей. Сейчас есть в наличии куркума молотая, 20 грамм всего в упаковке. А также появился чеснок гранулированный. И еще, мне кажется, очень нужная вещь — это приправа карри. Она прекрасно подходит к рису, к мясу, к любым изделиям, в том числе и с курицы. Еще из новинок среди приправ — это приправа аджика. Все приправы очень свежие, хорошие. Я покупала паприку, она просто пахла, как будто бы только что с завода на самом деле. И последняя новинка среди приправ Камис — это приправа к глинтвейну «Минутка». Всем нам сейчас тоже, я думаю, пригодится. Меня мои подписчики часто спрашивают, бывает ли перекись водорода в литровых бутылках. К сожалению, я ее не видела в наших светофорах на юге Санкт-Петербурга. Зато есть вот сейчас здесь хлоргексидин. 1 литр 97 рублей. В магазине Вантелева и в Шушарах нет уже этого средства. Здесь вот оно есть. Производство — город Москва. Это кожный антисептик, раствор 0,05%. Средство для мытья посуды «Капля Супер» с ароматом яблока. 1 литр 52 рубля. Есть здесь еще по отличной цене вот эти замечательные салфетки. Линея Вайра, трехслойные, 20 листов, 33 на 33. «Свечи и елка» называется. 26 рублей 70 копеек. Я уверена, что на грядущий Новый год нам всем такие салфеточки пригодятся. Средство «Гранулы от засоров Грызлик». Чистое удовольствие. 5 пакетиков по 70 грамм, 160 рублей. Производство «Россия». Кто пользовался, нам, пожалуйста, пишите. Явно в этот светофор была большая поставка. Кстати, хочу дать повторный отзыв на вот эти капсулы для стирки «Стимейл». 2 в одном, 20 штук, 410 грамм, 193 рубля 50 копеек. Одна женщина мне написала, что никак они у нее не растворяются. Эти капсулы прилипают к барабану. Я на самом деле пользуюсь этими капсулами для стирки каких-то бытовых вещей, например, штор или покрывал. А весной вот особенно они мне пригождаются. Расскажите, пожалуйста, у вас эти капсулы растворяются или нет? Сюда даже довезли вот такое удобрение «Находка» для комнатных и садовых цветов. Всесезонное, 250 грамм, 112 рублей 20 копеек. Из этой одной упаковочки получается 250 литров готового раствора. Сейчас вполне можно подкормить свои комнатные растения. Гель для душа «Орхидея Минута». 1 литр 42 рубля, 43 вернее рубля, если округлить. Производство — город Москва. Здесь три варианта этого геля с ароматом орхидеи, цитрусовый микс и зеленый чай. Такой термоядерный цвет у этого геля. Он скорее похож на средство для мытья посуды.
И вот такой удобный колпачок. Еще одна новинка, которую я не видела в магазине Шушара. Средство для прочистки труб, гранулы, чистые трубы. 90 грамм, 6 пакетиков, 70 рублей. То есть в одной упаковке здесь вот 6 пакетов вы покупаете сразу. Прочищает засоры, устраняет запах канализационных труб. Беречь от детей, естественно, такие средства. Называется бренд «Золушка» и производит его город Москва. В этом магазине сейчас есть и самоклеящиеся блоки интерьерные 143, 30, 70 на 77. Напомню, они в двух цветах сейчас есть практически во всех магазинах. А также здесь есть вот такие стеновые панели ПВХ 97 на 49, 84, 60. Здесь много раз, три расцветки этих панелей. Вот такие кирпичики бежевые, светлые и еще под деревом. Буквально 2 недели назад снимала для вас ролик из магазина «Маяк» на Таллинском шоссе. И там приезжал вот такой отпариватель под брендом «Ирит». Сейчас он приехал и сюда, в светофор. Не видела его в Шушарах, а здесь в коммунаре он есть. Емкость чаши 200 мл, 800 ватт. Смотрите, какой яркий цвет. Кстати, в «Маяке» была вчера, и там уже отпаривателей этих нет. Видимо, понравились потребителям эти отпариватели. Пластик. Производство. В прошлом году также была поставка похожих очень отпаривателей. Кто-то мне писал, что купил этот отпариватель, пользовался им буквально один раз и все. Больше он не пригодился. И в комплекте входят еще 2 щеточки с длинным и с коротким ворсом, соответственно. Помимо оранжевого отпаривателя, вот еще ярко-ярко-голубой есть. Давно не приезжал. Увлажнитель воздуха 2 литра, 351, 10 его цена. В розовом цвете и в голубом есть 2 варианта увлажнителей. А в прошлые годы также увлажнители эти приезжали. Пожалуйста, напишите отзыв об этом увлажнителе, нравится он вам или нет. 13 на 15 и на 24 сантиметра. Тип увлажнения ультразвуковой. Установка настольная, сенсорная панель. И он изготовлен, этот увлажнитель, из пластика. Достаточно высокий увлажнитель. Пластик простенький, но такая цена, это супер. Сейчас знаю, что в некоторых квартирах слишком сильно включают батареи и никак не регулируются эти батареи. Вот такой увлажнитель однозначно вам пригодится. Мавиль аэрозоль 520 мл, 162 рубля 40 копеек. Производство Московская область. Снова подвезли куколку, большие глазки 19,5 сантиметров, глаза нарисованы 279,70. Сейчас на нас надвигается Новый год, возможно, каким-то знакомым, родственникам, да, можно вот такую куколку подарить, у кого есть дети. Я покупала своей дочке такую куклу, поиграли мы в нее недолго, но за такие деньги, в принципе, здесь еще идут в комплекте и аксессуары, отличный вариант. В этот магазин приехали и прекрасно бокалы от компании Apollo. Показывала вам эти бокальчики в Шушарах, и кому-то они понравились, кому-то не понравились, но по крайней мере они точно заслуживают вашего внимания. Высота около 20 сантиметров, производство Китай, плотное стекло где-то 0,5 миллиметра. Тяжеленькие бокалы в 2 расцветках представлены. Вот они, розовые бокальчики, голубые. Я бы эти бокалы приобрела, например, чтобы использовать их в качестве декора какого-то, да, или, например, можно как подсвечник их использовать вполне, или, возможно, конфетки какие-то насыпать, орешки, может быть, сухофрукты. Вчера буквально открыла вот эту банку манго в сиропе под брендом «Ботаника», попробовала, мне понравилась эта манго, 425 миллилитров. Кто-то говорил, что волокнистая манго внутри этой упаковки, банки. Я вчера буквально его ела, оно мягкое было. Ну, конечно, свежий манго, сочный, из Таиланда, да, кто бывал в Таиланде, оно вкуснее, естественно, но это тоже очень ароматное, мне понравилось. Сейчас много в наличии ассорти огурцы и томаты по-княжески, 670 грамм. Банка стеклянная, 52,50 ее цена. Это производство Кабардино-Балкария. Тоже, по-моему, в прошлые годы я покупала такую засолку. Очень вкусно. И что мне нравится, здесь огурчики не очень большие.
потому что есть еще 3-литровые банки, там огромные огурцы, а здесь вот огурцы среднего размера, сантиметров 10, наверное. Вот эта новинка тоже показывала ее в Шушарах. Буженина по-домашнему, консервы, мясные кусковые желе стерилизованные. Здесь 325 грамм. Перед употреблением следует накрыть этот продукт, но зачитывала вам уже состав. Состав здесь не очень. Вот эти огромные огурцы, они здесь большого размера, хотя, может быть, только кажется. 93 рубля, 1,5 литра. На них тоже бывают отзывы, но достаточно хорошие отзывы. Они тоже вкусные, просто размер. Как вам такой размер, подойдет или нет? Вкусные огурцы, их много сейчас в наличии. Смотрите, привезли мельницы многоразового использования, набор подарочный новый. Такие мельницы я вам показывала в магазине на Московском шоссе. Это светофор города Санкт-Петербург. Но, к сожалению, судьба этого магазина, вы знаете, что там произошел пожар. И если кто-то знает, когда он снова откроется, пожалуйста, отпишитесь в комментариях, потому что знаю, что мой канал смотрят те, кто на Московское шоссе тоже ездит. 228 рублей 61 копейка. И в этот набор входит одна мельница, на самом деле, и еще 4 баночки с приправами. Приправа — смесь перцев, приправа для курицы, приправа итальянской кухни, приправа универсальная и просто соль морская. Производит этот набор Саратовская область, город Энгельс. И напомню, что здесь сейчас есть еще вот такой набор специй из 5 мельниц. Миссаром он называется. Тоже цена его 228,61. Здесь приправа французские травы, приправа для курицы, смесь чили перцев, приправа букет перцев и соль морская. В этот магазин привезли вот это пирожное, какао-бисквиты, кора с карамельной начинкой и щепоткой соли. 27 штучек в одной упаковке. По 30 грамм, так никто мне не написал в отзывах, об этом печенье. 810 грамм здесь всего. Вообще в ассортиментной линейке еще бывают такие пирожные с легкой сливочной начинкой, сочной апельсиновой начинкой, с вишневой начинкой и ноткой чили, с карамельной начинкой и щепоткой соли. Вот как раз здесь сейчас есть. И с нежной кокосовой начинкой. Внутри вот такие пироженки в индивидуальной упаковке. Всего в одной большой коробке. Их 27. 7 штук без ГМО и пальмового масла. Надо пробовать. Цена наверняка очень хорошая. Еще одна отличная новинка – это набор кондитерских изделий номер 11. Здесь два вида халвы. Халва с арахисом, халва подсолнечная и рахат лукум. По объему здесь 1 килограмм, 145 рублей стоит этот наборчик. Я его сегодня обязательно возьму. Производитель здесь Азовская кондитерская фабрика. Раньше приезжали немножко другие наборы. Там также была халва, также рахат лукум. И вот халвы подсолнечной с цельным ядром арахиса не было раньше. Наверняка это очень вкусно, все качественно. Азовская кондитерская фабрика, проверенный производитель. 145 рублей, отличная цена. Иногда меня в комментариях спрашивают, когда же приедет домашний дистиллятор. И вот сейчас в магазине «Светофор» в Коммунаре он есть. 2610 рублей его цена. 12 литров. Электрический термометр у этого дистиллятора. Название у него «Экономный». Производит его «Челябинск». Все знатоки уже хорошо изучили этот дистиллятор, но он не всегда бывает в наличии. Так что вот кому нужно, приезжайте в Коммунар. И вообще сегодня очень много новиночек. И освежители воздуха, и отпариватели, и леггинсы, женские, детские, и даже колбаса от Черкизова. Так что приезжайте. Много всего интересного в «Светофоре». До свидания, до новых встреч, до новых обзоров.